Третье не подведи. Вырываю я пропак куском, перепотрачено. Жалко, что меня тебе недостаточно. Мои условия выжить просты, у кого-то воздух у меня. Ты вырывай я пропак куском, перепотрачено. Жалко, что меня тебе недостаточно. Мои легкие навечно пусты, у кого-то воздух у меня. Когда-нибудь ты снова мне напишешь, как дела. И резко станет холодно там, где сгорал ты тла. Раньше меня грели пустые твои слова. Ты знаешь, я им верил, уверен был, не лгала. А если не лгала, то прошу мне теперь соври. Что ярко так горело, сжигая все на пути. Я знаю, не спасти, если тихо уже в груди. Я знаю, не спасти, уже пусть она догорит. Чтоб умерла внутри тебя, но мне оставит след. Запах твоих духов против запаха сигарет. Где-то, может быть, найдут меня через тысячи лет. Где-то там, откуда ты уже выбралась, а я нет. Вырывай рэп, пропал, перепотачено. Жалко, что у меня тебе не достаточно. Вот мы сейчас подряд просто два трека слушаем, мы слушаем, я не могу это выговорить, Аплайкс, ну вот, короче, вот КБС вот этот, который мы слушали до этого. И вот потрачена песня. Вот потрачена — это предыдущая песня, которая смогла. Очень много общего. Только все лучше. Агрессивный вокал лучше, гитары лучше, продакшн лучше, разнообразнее, по тексту интереснее. Как это сейчас хорошо было со стоп-таймом. Где-то там, откуда ты выбралась, а я нет. И на «а я нет» просто стоп-тайм в бите. И после него как оно разъебывает, когда вступает. Вырывай рэп, пропал куском, перепотачено. Жалко, что у меня тебе недостаточно. Мои легкие навечно пусты, у кого-то воздух у меня. Ты вырывай рэп. Красота. А вот это было очень неожиданно. То есть, да, как бы до этого тоже по ходу трека менялись манеры, но вот этот вот абсолютно бестелесый фальцет ревереный, который добавляется вдруг после такого разъебного припева, ощущение, что другая песня заиграла. Умерла внутри тебя, но мне оставит след. Запах твоих духов против запаха сигарет. Где-то, может быть, найдут меня через тысячи лет. Где-то там, откуда ты уже выбралась, а я нет. Вырывай рэп, пропак куском, бери потрачено. Вы что, гении? То есть, блин. Продюсер Зайнька, кто это продакшил? Что они сделали? Обратите внимание, они прикормили нас на этот стоп-тайм. Что такое продакшн? Это манипуляция. Это безостановочная манипуляция слушателя. Слушатель любит стандартную схему создания ожиданий, разрушения ожиданий. Или создание ожиданий, подтверждение ожидания, но это как бы чуть другая схема. Здесь вот именно создание, разрушение. Нас прикормили на стоп-тайм. И ты ждешь, ага, сейчас музыка остановится, после этого она въебет. И ты такой, ща въебет. И вот так. Охуенная находка. Вот людям не лень было. Они такие, нет, ну скучно два раза просто через стоп-тайм ходить. Давай вот такую обманку сделаем. Очень люблю такие моменты. Вот за это прям респект. Быть не там, где ты. Я навсегда останусь
Вот эта песня на полминуты длиннее предыдущей, но при этом ни в одном месте не провисает. Просто потому, что количество идей, количество придумок, количество музыкальных мыслей адекватно хронометражу. Вау! Это очень круто сделано. Это не совсем моя музыка. Это вот не то, что я бы слушал. Но как же это сделано офигенно. Вот такого бы да побольше. Это прям разъеб. Вот здесь прям красавцы. Не знаю, смотрит ли меня кто-то из третьей, но, ребят, молодцы. Порадовали. Жить просты, как будто воздух у меня.